что ж, всем доброго времени суток, с вами снова Пиламис, и сегодня у нас немножко необычный стрим, и вот почему. Я, как и, собственно, должно быть, запилила группу ВКонтакте, вот, и я не знаю, зачем я это сделала, решила сделать голосовалку, а что стримить в субботу. То есть я пока решила так. Один стрим в неделю будет не StarCraft, не по StarCraft, но там обязательно будет один стрим в неделю именно по StarCraft. Вот как-то так. Вот, потому что я думаю, что не всем интересно смотреть на RTS. Может быть, не все хотят видеть только StarCraft на моих стримах. Поэтому решила сделать голосовалку, что стримить еще. Собственно, как она выглядит, заодно пытаюсь себя не очень, скажем так, неуклюже прорекламировать. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании канала на GoodGame и канала на Твиче. И как, собственно говоря, выглядит опрос. Вот. Собственно, не оказалось ни одной игры, в пользу которой был бы перевес по голосам. Поэтому я так подумала, почему бы не отдать все на откуп великому рандому. Вот, в принципе, конечно, еще можно поменять ситуацию и отдать свои голоса в пользу какой-то игры, но для этого нужно подписаться на группу, на паблик ВКонтакте. Вот. Ну а пока план какой? Пронумеруем все игры, там, за которые были отданы голоса от 1 до 4. И воспользуемся помощью великого рандома. Кстати, если напишите, пожалуйста, какое-то тестовое сообщение в чат, потому что я заметила, что чат ГГ попросту не работает. Вот. Чат Твича я не знаю. Мне удалось починить отображение чатиков, как выяснилось, важное обновление. Но вот сейчас у меня такое навязчивое впечатление, что чатик попросту отвалился. Там, я не знаю, в чат Твича, в чат ГГ, если это возможно. А, привет, Закфейр. Ну, мы уже как бы неофициально за кулисами здоровались. Чат на ГГ не запускается. Да, я так подозреваю, что проблемы с самим ГГ. Ладно. Я думаю, что пока... Ага. Вчера у Полин ГГ нормально не работал. Сегодня ГГ нормально не работает у меня. Это подозрительно. Ну что, я думаю, что стоит, наверное, еще немножко подождать. Или я могу уже запускать адскую машину генератора случайных чисел. На других стримах ГГ также. Значит, какие-то капитальные проблемы. Закон в области. Честно, я сейчас немного нервничаю по какой-то причине, хотя даже не немного. Вот не знаю почему. Было бы интересно как раз-таки сейчас найти где-нибудь пульсометр, прицепить и посмотреть, какой будет пульс. Минут 10 назад все работало. Но это очень странно. Ну, видимо, просто на ГГ что-то сломалось. Напишите, пожалуйста, в чат. Могу ли я запускать рандом.орг и начинать стримить то, что мне подскажет генератор? Хорошо. Кстати, Зак, кто-нибудь еще в чат Твича писал?
меня просто теперь такой панический страх, что что-то в процессе. Такой панический страх, что что-то в процессе отвалится. Вот. Ну, а всем пользователям ГГ, которые сейчас на канале, ну, я не знаю, попытайтесь писать чатик Твича, потому что чат ГГ не работает. И не только у меня. Ладно, у нас 4 игры. Первая, вторая, третья и четвертая. Что мне скажет генератор? Окей. Это значит, что я сейчас буду стримить то, что у меня давно чесались руки постримить. Alice Madness Returns. Хорошая игра, могу сказать. На ГГ непонятно. Я не знаю, конечно, по-моему, получается немного нечестно. То есть пользователи ГГ даже не могут ничего сказать. Единственное, что я могу посоветовать, это переползти на Twitch. И писать на Twitch. Ладно. Ну ладно, Алиска так Алиска. Но завтра обязательно будет StarCraft. Хотя, скорее всего, что так сильно попозже. Я думаю, часов в 9. Ну, не сильно попозже, но часов в 9, в 10, где-то так. Да, у Твича есть такая проблема, он любит подлагивать. И задержка там, насколько я помню, побольше. Интересно, сразу подцепится игра или придется сейчас все настраивать и мудрить? Сейчас я это даже проверю. Отлично. Все должно подцепиться. Так. И тут я вспомнила, что мне нужно сделать. Мне нужно подключить геймпад. Потому что Алиска это одна из тех игр, в которую лучше играть на геймпаде. Так, кстати, вопрос по поводу звука на стриме. Не слишком ли там громко, может быть, я очень тихо или очень громко? Да, я поняла. Так, сейчас мне ее придется перезапустить. О, замечательно. Я, честно, я не знаю, что это было. Все еще трое? Ну ладно, я пока настрою звук. Надеюсь, что хоть кто-нибудь придет еще. Ну, конечно, да, я нужно было на более позднее время стрим назначать. Кто-то.
Так, а вот так вот. Все хорошо, или может быть сделать игру чуть-чуть погромче? Да, стример не считается. Ага, хорошо. Фразы и далее. Ну, скорее на фразах. Я совсем забыла. Все дело в том, что у этой игры есть субтитры, но нет субтитров, ни субтитров на русском, ни русской озвучки. Название стрима, да, конечно, я сейчас поменяю. Так, заодно у меня... Мне нужно подключить геймпад. Ладно. Сейчас мне нужно сосредоточиться и поменять название каналов. Озвучивать. Да, это логично. Озвучивать, ну, я постараюсь перевести все названия, раз, ну, скажем так, русификатор вроде бы как для этой игры есть. Вот, но поскольку я там уже кое-где своими шаловливыми русскими поковырялась, мне нужно было просто разлочить FPS в Алиске. Да, он залочен на 30, иногда это мешает, когда у тебя там дропает 20. Редко, конечно, но странно и не очень приятно. Так, ладно, я меняю название каналов. О, господи. Твич, прекрати. Сейчас все отредактируем. Господи. Твич, прекрати. Так, хорошо, на Твиче я поменяла название. Главное, чтобы все опять не сломалось. А, так, а это что сейчас такое было? Ах, да. Чертов скролл сейчас будет все портить. Я на это не протестировала. Ладно, сейчас мы это поправим. Вот, все. Все, теперь все красиво, все замечательно. Осталось только поменять. Главное, чтобы все опять не сломалось. Да, Зак, я протестила игру. Все должно работать. Что сейчас такое было? Чертов скролл сейчас будет все портить. Я на это не протестировала. Все замечательно. Я все поменяла. Все хорошо. Все замечательно. Я думаю, что можно стартовать. Я надеюсь, что все будет хорошо. И можно запускать Алиску. Вечно я про что-нибудь забываю.
Ладно, я вроде бы как закрыла вкладку Твича. Теперь буду тихо и мирно читать чатик. Да, я знаю, что игры нету, но сейчас, сейчас. Enter. Так, игра не подцепилась. Да ладно, вы серьезно? А, да, все подцепилось, отлично. Игра сейчас отобразится, просто задержка. Так, я надеюсь, что чатик не будет мешать, или мне его передвинуть. Я его просто как бы перемещала под StarCraft, потому что я не знала, что сегодня буду стримить. Все ли хорошо? Ладно, предположим, что более-менее норм. Так, ну... Вечно у меня что-нибудь пойдет не так, да. Типичный начинающий стример. Все, вот теперь все должно быть хорошо. Так. Можно, конечно... Дополнения у меня разлочены. И еще кое-что у меня разлочено, и немножко... Я игру помучила. Ну, ладно, все равно постараемся играть более-менее честно. Так. А давайте на харде. Да нормально. Все по дефолту. Все по дефолту. Итак, нам советуют собирать все воспоминания и не жалеть об этом. Ну и заодно я не успела толком прочитать. А сейчас я, пожалуй, замолкну, потому что нас ждет совершенно замечательный вступительный ролик. Воспоминания, от которых тошнит. Честно, я не знаю, как это переводить. Это я, конечно... Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. В общем, психотерапевт советует отправиться Алисе в страну чудес. Но она заперта в своем прошлом. И жестоко обгорела. Поскольку по первой части игры, если кто не играл, то расскажу, что родители Алисы погибли в совершенно жутком пожаре. И теперь страна чудес мертва. Возможно, что-то не так. Совершенно замечательный стиль. Now, my head's exploded and there's a steam hammer in my chest.
Да, я понимаю. My memories make me vomit. What can I remember other things? I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and I will say again, the past must be paid for. Now, before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, doctor. Да, психотерапевт пытается заставить ее забыть прошлое, но это не так-то просто. Воспоминания, как вы видели, мерзенькие. Your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's forget that, shall we? The past. Лицеист, приветище, ты пришел. Ну хорошо, тут начинается игра. Так. Собственно, здесь вид от первого лица и какая-то увядшая розочка, какие-то бутылки. Немножко безрадостная картинка. Дети, которые, ну, очень странно выглядят. Комната мальчиков. Как мы видим, тут немножко кавардак. Все разбросано. Ладно, у меня у самой иногда комната так выглядит, когда я работаю. Только завалена не картами и прочей ерундой, а завалена листовками, записями, тетрадями, чем-то вот таким, черновиками. Инфернальные рисунки на стенах. Да, это приют. Приют, в который Алису поместили после того, как она после первой части игры пришла в себя. Может быть, хотелось бы, конечно, постримить и первую часть игры, но с этим не так просто. Игра старая, и мне, честно, мне так и не удалось заставить ее запуститься в виртуалке, но на Windows 10 она тем более не пойдет. Какие-то страшные вещи, все разбросано, злобный мальчик. Вы только посмотрите на эти лица. Да. Что-то очень похожее на этого нашего доктора. Очки, цилиндр. Worse than your room? Ну да, если в комнате долго не убираться. А, поприветствовать? Ну хорошо, хорошо. Главное, чтобы на стрим еще хоть кто-то пришел. Да. То, что я рассказываю детям, приносит странные плоды. Их рисунки отражают мой исковерканный рассудок. Можем рассмотреть эти рисунки. Тут тоже какие-то рисунки, что-то такое. Классики, господи, какой бардак, а? Санэпиднадзора на них не хватало. Какие-то перевернутые пуфики. Белье не очень чистое. Как видите, дети в приюте не очень дружелюбны к Алисе, считают ее докторской любимой дурочкой, что он совершенно этого не заслуживает. Возможно, возможно, я никогда не жила в советской коммуналке. Ну, пожалуй, тут немножко получше, чем в коммуналке. They died in a fire. I didn't. Bloody dodo.
Девочки тем временем ее троллят за то, что она была немножко не в себе и вообще убила своих родителей. Ну, как бы нас просят войти в режим от первого лица, но мы и так уже это сделали. Куклы. Да. Коммуналка — это не очень приятное место, хотя может быть и веселое иногда. Да. Суровые игрушки викторианской эпохи. Кровати. Ну, комната девочек, естественно, выглядит почище и поаккуратнее. Хотя тут тоже какие-то непонятные бутылочки, какие-то фотографии. В городе здесь все смотрели. Давайте спускаться вниз. Здесь, конечно, тоже можно отыскать много чего интересного, но, наверное, нужно как-то ускориться и уже быстрее отправляться в свою страну чудес. Дом, безопасный дом. Ну, приют как приют. Не очень приятное место. Какие-то старые вещи. Брошенные игрушки и изношенные вещи имеют прошлое. Как и люди, которых использовали. Мое прошлое пожрано огнем. На самом деле тут будет разворачиваться целая детективная история. Да. Прям про наши газеты. Да, да, Илюх, убийца дворецкий. Да, типичная желтая пресса. Самое главное — это жареные сенсации, домашнее насилие и промышленные катастрофы. Пожар на фабрике спичек и все такое. Очень предсказуемо. Ну, мир сходит с ума. Здесь какие-то портреты. Говорят, это сироты, у которых у самих нету мамы. Какие-то книжки, чайнички. Заслужи заботу. Мистер Пейн had no idea how humble a home could be. If not for my drawings and the photographs, this could pass for my room at the asylum. Иногда сложно представить, насколько скромно может быть жилище. Если б не рисунки, развешанные на стенах, то можно было бы подумать, что это комната в больнице. Тут что-то непонятное. И портрет семьи Алисы. Здесь с плюшевым кроликом в руках — это сама Алиса. Ну, впрочем, давайте лучше почитаем описание. Я постараюсь сама не спойлерить. Вот. Ну, вот это, наверное, мама и папа Алисы. А это похоже на ее старшую сестру. Что забавно, Алиса сейчас выглядит практически точно так же, как старшая сестра. Ну и дальше всякие забавные рисунки, отсылки к первой части игры. Злобная ладья,
безумный шляпник, какие-то грибы и мухоморы, я не знаю, что это. Тру-ля-ля и тра-ля-ля, которые в первой игре были главные, чуть не одними из главных злодеев. Всякие лабиринты. Ну да, родственники. Кролик. Слон. Что-то вообще очень странное. А, карты. Карточные стражи. Ну и дальше всякие шахматные фигуры, а вот это вот даже непонятно что. В книге... Вот в книге я не помню. Я помню, что... У них не было такой... Они не были такими... злодеями. Да, самая... опрятная комната. Ну ладно. Давайте уже спускаться, уходить из этого неприятного места. Дети мне тоже не нравятся. Ну что ж, тут просто такой едкий комментарий по поводу портрета. Доктор самоуверенный, всегда хорошо одет, всегда спокоен. Просто прям няшечка. Причем он даже сказал художнику, как изобразить его нос. Вот. И что, я думаю, очень-очень странно, обратите внимание. У детей вокруг доктора номера на шеях. И здесь, я думаю, если приглядеться, не... Да, и здесь тоже есть номера. Это все очень-очень странно. Да. Мерзенькое место. Начало строительства лондонского метрополитена. Я, конечно, постараюсь искать пасхалочки. Что-нибудь интересное, но... Вот это место, я думаю, стоит просто пробежать. Приютские дети. Да, субтитры сходят с ума. Странная считалочка про поезд. Ну, запоминать имена, макдаки, номера вместо имен. Ну, это немножечко разрушительно для личности человека. Вот. Обратите внимание на то, насколько все остальные персонажи изображены карикатурно. Но это тоже авторская задумка. Нет, это не про песочного человека. Это мы потом узнаем, в чем дело. О, кыся! Кыся, иди сюда, не бойся. Я просто отрежу тебе хвост. Ты даже ничего не почувствуешь. Какие-то вопли. Давайте бежать за КТ. Где эта чертова кошка? Да, белый кот, тут вот так. Может быть, это котенок. Котенок Дина из книги. Да, мода на котиков захватила все. Сейчас тут начнутся всякие интересные глюки. Гадость. Серьезно. Хорошо, что я не Алиса, потому что вот такое вот увидеть никому не пожелаешь. О боже, Алиса Лидл. Нет, никаких пых-пых-пых.
Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds, like you. I don't think so. Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. В общем, это довольно мерзкая бабулька. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. 10 years in Rutland Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumby won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her new clothes? Who got her a place at Bumby's? Where'd she be without me? On the streets, selling her backside. Like some pigeons, though. She's doled out the odd pound or two. I know it's worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, all died on my account. I couldn't save you. I've told her my silence is for sale. She, I'm a good sort. Not like her man, that uppity whore. Or our lawyer fellow Radcliffe took a stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. This she cannot remember her name, what I heard. В общем, мерзкая тетка, которая так краем уха услышала, что Алиса себя обвиняла в гибели родителей, в гибели своей семьи. Вот, и теперь требует постоянно с Алисы денег в ответ на молчание. А так рассказала бы все полицейским, и Алисе бы пришлось не сладко. Вот. Как вы могли заметить, эта мадам очень любит выпить. И, соответственно, деньги она выпрашивает на выпивку, на эту свою несчастную голубятню. Неприятная тетя. У кого-то горят трубы. А у Алисы начинаются галлюцинации. Да. Мило. Пока что. Через какую-то дрянь. До поры до времени милее. Да, а еще тут будут поросячьи пятачки, про которые нас сейчас предупреждают. Стоп, игра, что с тобой? Странно. У меня просто было разблокировано дополнение, там дополнительные платья, дополнительное оружие. Вот. Very upsetting journey, but I'm rid of Pris, or вот это вот. Whatever she's become. Вот это платье позволяет искать всякие секретики. About time too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can be. I'll frighten myself. When necessary, thanks very much. I was hoping to escape from all that. Abandon that hope. A new law reigns in this wonderland, Alice. It's very rough justice all round. We're at risk here. You... Be on your guard. Да. Чеширский кот троллит Алису, а Алиса возмущается. Хотя на самом деле они... Даже не они, они... Дефолтное платье? Хорошо, легко. Есть всякие разные. Сейчас... А, нет, не то. Enter. Нет.
А, вот. Story мод, пожалуйста. Черт. Не то нажала. Ладно. Что-то мне это не нравится. Мне кажется, что после моих шаловливых ручек игра немножечко сглючила. Ладно. Сейчас мы это поправим. Так. Для этого нужно поменять конфиги. Да, но сейчас суть в том, что у меня ее нету. И сейчас ее, насколько я поняла, нигде не купить. Поскольку это очень, очень старая игра. Ладно, я сейчас попробую починить игру. Так, ага. Ага. Все, я нашла нужные конфиги. Что забавно, с игрой можно сотворить что хочешь, если ты доберешься до ее конфигурационных файлов. Все там просто и понятно, легко разобраться. Можно сделать себе бесплатные апгрейды, по-моему, это у меня и было сделано, потому что я когда-то эту игру уже проходила, и мне уже было просто интересно порубать всех. Потому что на самом деле это такой платформер-слэшер с одноклеточной боевкой. Так, Default Game. Сейчас мы все поправим. Все, я надеюсь, что это все исправить. Сейчас я даже проверю. Тут можно, кстати, повключать отображение всяких ресурсов, всего такого, что было в итоге вырезано. Так я не знаю, как это будет работать. Так, хорошо, хорошо. Угу. Ага. Ну все, здесь все хорошо и замечательно. Угу. Ладно, переспускаем игру. Я думаю, что теперь-то она должна нормально заработать. По крайней мере, я на это надеюсь. Точно разлочен. Хотя какая разница, стримить все равно буду в 30 FPS. Какая громкая заставка. Странная Legacy of Kain в Steam есть? Да, мне тоже это показалось странным, но смотри. Алису первую издавали Electronic Arts, а это очень своеобразные люди. И мне кажется, или игра опять слишком громкая? Так, Enter. Так, ну давайте продолжать игру. Вот, все, все починилось, отлично. У меня пока еще нету оружия. Но здесь пока нечего опасаться. Все очень мило. Бабочки, доминошки. Черепаха Квази или что-то там похожее на него. Но это
бы этот участочек обучающий. В воспоминаниях иногда есть подсказки. Тут, например, подсказочка: Алиса может очень хорошо прыгать. Даже я так не могу. Ну и дополнительные еще обучалки. Все, а теперь все хорошо и можно продолжать. Всякие цветочки, бабочки. Отсылки к первой части игры. Вот эти вот штучки, похожие на ежиков. Я забыла, как они называются. Но смысл в том, что они должны развивать координацию. Вот. А в первой части они используются как оружие. Вот. А еще тут можно делать вот так. То есть Алиса практически может летать. Мама грозится, что сделает, скажем так, что выйдет из себя, если Алиса еще раз спрыгнет со стола. Ну, да, Алиса была то еще хулиганкой. Такие типа батуты. Еще одна эта штука, которую я почему-то упорно не могу вспомнить, как называется. Ладно, будем звать это... Нет, стоп, бабочки же что-то так летают. Аммонита мускария, а на самом деле бледная поганка. Один из первых секретиков. Пока мы сюда не можем пролезть, мы слишком большие для этого. Уи! I've been down this road before. Good things in small packages. Хорошего понемножку. Ну, правда, это даже не... Даже не бассейн. You can see things that are nearly invisible to your bigger self. Ah, I get it. Right. Forests for the trees. Just the other way round. Short-sighted is more than a matter of perspective. Ну, в общем, смысл в том, что, будучи маленькими, мы можем увидеть то, чего обычно не замечаем. Вот. Теперь Алиса будет без конца икать, я не знаю, от этого зелья. Первое воспоминание. Спряталась. Так, ну мы вышли, собственно говоря, в эту вот дырочку, в замочную скважину. Еще тут есть фиалки, которые позволяют нам официально стать феей последнего зуба. То есть нам нужно по ходу дела собирать зубки и на них покупать апгрейды для оружия. Здоровенный улитк. Да, тут, конечно, очень-очень красиво. Ну, кстати говоря, вот эти вот штуки можно заметить и будучи в нормальном состоянии, потому что, как видите, они немножко вот так вот поблескивают. Какие-то совсем уж странные штуки. Ладно, идем вперед. Ничего не боимся. И да, стримить я буду, наверное, часов до 11, потому что в 11 часов, наверное, нужно будет и уже потихонечку спать ложиться. Ну и... на самом деле я хочу еще на стрим Полин успеть.
какое-то интересное место. И воспоминания. Да, старшую сестру папа брал в Хайд-парк кататься на большой-большой ледяной горке. Ну, теперь эти горочки, наверное, отразятся в сознании Алисы и в ее воспоминаниях и появятся в ее стране чудес. Да, ракушки, которые мерцают, но с ними ничего нельзя сделать. Замечательная горка. Ракушки эти тоже можно разбивать, доставать из них зубки. Правда, я не знаю, как они там оказались. Вот. Первая подсказка. Первое указание на то, что что-то не так. Иначе откуда бы здесь мог взяться водопад из Кровиши, речка из Кровиши? The Vorpal Blade is swift and keen, and always ready for service. Это норма, а вот не всегда. I've not не come всегда. Back here looking for a fight. Really? That's a pity. One's certainly looking for you. Острый нож. В этой части игры он выглядит няшнее. Что-то не починилось? Почему он... Происходит что-то не очень хорошее. А пока собираем зубы и розы. Розы — это наше здоровье. Если Алиса все эти розы потеряет, у нее случится рецидив. И она снова ляжет в психушку. Иди сюда. Вот так. Все. Успокойся. И тебя тоже сейчас успокоим. Всех успокоим. Все. Мы всех успокоили. Можно идти дальше. Я в Байонету не играла, она вынесла мне мозг. Еще просто в заставке. Смысл существования цветка прост и неизменяем. В отличие от смысла существования человека, поскольку человек раб своих воспоминаний. Поэтому воспоминаниями следует управлять. Непродуктивные нужно забывать. Это сюда вот нам надо добраться. Ну и тут обучалки. Да, разработчики немножко не постарались, и обучалки у них про управление на клавиатуре. Хотя на самом деле лучше использовать джойстик. С джойстиком удобнее. Уи! Долетели! А еще можно делать вот так. Это очень удобно, обожаю этим пользоваться.
еще там есть бутылочка. Которую нам надо взять. И нам за это что-нибудь хорошее дадут. Так. Продолжаем собирать зубы. И приходим к герцогине. Это ты снова, Алис. Ты можешь подойти. Почему я делаю это? Ты хочешь есть меня? Да, ну, ты учил меня манеры. And I've lost my taste for mad women. Strictly a porcine diet for me. Everything's better with bacon, don't you agree? Свиная диета. Now, there are pig snouts. Диета, Карл. I heard a few behind the house. Go fetch them for me. But take care for the pests that block your way. Me. Pepper them up if they do. They need spice. And you're just the girl to season them for me. You'll find that grinder serviceable. Why not season your own pig parts? Matter of priorities. My alabaster skin needs protection from the disgusting creatures running amok amidst the environs. But one gets peckish. Look, all you have to do is listen for the oink, then shoot the snout. You may like the results. I certainly will. В общем, нам придется работать девочкой на побегушках у герцогини и собирать ей свиные пятачки, просто потому что ей не очень хочется, чтобы ее там кто-то покусал. Какие-то насекомые, я не знаю, комары. Вот, ну, взамен на услугу нам будут давать всякие няшные няшности. А вот и насекомые. Болтомуха. Не, вот не хочу я их убивать с помощью перцемолки. Мне всегда больше нравится размахивать ножиком. Ня-а. Так, где-то здесь еще такая штука. Даже на харде эти ребята не представляют особой сложности. Все. Вроде бы уничтожили все. Кроме ракушек. Мы никуда не торопимся особо. Иди, противный. Все, вот так. Вот, а вот и свиные пятачки. Да, кстати, я правильно поняла, что на Твиче все свои, и на Гудгейме тоже никого нет. Да, мне зашло, мне зашло. Видимо, надо стримить StarCraft. Эй, не тупи. Так, где этот несчастный пятачок? Да. Я немножечко поломала игру, и в итоге у меня сохранились апгрейды на оружие. Или, возможно, это связано с тем, что... Не знаю, при первом, после первого прохождения апгрейды сохраняются, как-то так, я не знаю. Ладно, здесь мы собрали все, что могли. Уи! Обожаю так делать. Быстрое перемещение. Как грубо. Конечно, спасибо нам сказали, но зато потом забирай свои награды и вали отсюда. Золотые зубы. Так, а вот тут, по-моему,
Должно быть что-то веселое, да? Пятачок. На, получай. Спасибо, идите нафиг. Ну, не всегда. Это невежливо. Это очень невежливо. Нет. Уйди, уйди. Уйди, зараза. Может, ты малярийная? Хотя какая стране чудес малярия? Там вещи пострашнее. Так. А тут даже ничего не успело вылететь. Но судя по музыке, которая очень напряженная, тут еще что-то есть. И иди сюда. Эта муха что-то подозревает. Волшебная малярия. Может быть, может быть. Хирургия от доктора Даши. Вылечит раз и навсегда. О, хрюканье. Да. Полагивает. Но я думаю, что это уже дело в игре. Я не знаю почему, но выдает 59-57 FPS. Я думаю, что это из-за высинка. И еще одно воспоминание. Хороший способ заставить есть суп, и надавив на совесть. Потому что молодые бычки ради этого супа отдали все. В прямом смысле этого слова. Тут раковины уже немножечко другие. Давайте спустимся и посмотрим, нет ли тут чего-нибудь интересного. Какие-то раковины, в которых будут зубы. Ну и голодают. Голодают. Даже не буду спорить. Черт. Иногда я забываю управление. Что самое интересное, на меня это в любом случае не подействует. Я чё-то как-то супы в принципе не очень люблю. Наверное, я немножко не человек. Может, какие-нибудь супы с большим количеством специй? Может, и буду. А так я супы не особо ем. Все, мы здесь все забрали, все нашли. Теперь можно вернуться назад и пройти поверху. Не надо заставлять есть. А я вообще работаю на фотосинтезе. Меня тоже не надо заставлять есть. Так, возвращаемся сюда. Черепаха квази. Или квази-черепаха. А, я поняла. Ты всеядный томат. Томат-хищник. Доминошные кости. О, а вот эти самые грибы с рисунков. Правда, их есть нельзя. Реальность — это иллюзия, вселенная — голограмма. Скупайте золото! Ну или золотые зубы. Ай! Чуть не свалилась.
Давайте в последний раз посмотрим на всю эту лепоту. Дальше будет хуже. Наверное. А, еще не сейчас. Скользкий разоритель. Гадость. Очень любит прятаться во всяких коробочках, во всяких фруктах. В общем, везде, где можно напасть внезапно. Ня-а. Ня-а. Вот. Например, они очень любят прятаться там, где можно взять зубы. А как добавлять на Good Game смайлик, дополнительные смайлики? Там для этого, наверное, есть какие-то условия, типа премиума. А премиум еще надо заслужить. О, начинает что-то происходить. Что-то не очень приятное. О, да, началось. Сотни нефти. Только это, к сожалению, не нефть. Что-то похуже. Лагает? Сам Twitch лагает или игра лагает? Господи, 37 FPS. Привет! Я по вам не очень соскучилась. Подозрительно лагает. Даже не знаю, в чем дело. Вроде моя видеокарта должна вообще без разговоров тянуть эту игру. Это странно. Почему опять 30 FPS? А. Я даже не знаю, почему. Как-то чуть-чуть не долетело. Попробуем еще раз. До того мерзкого места. Какие-то очень веселые глюки. Я так чувствую, что нужно будет потом игру просто переустановить. Вот. Так, да что происходит? Что это за место проклятое? Всегда ж проходило и нормально. 3 прыжка. Какие-то странные совершенно глюки. А, ну значит это лагашенькие игры, которые вообще непонятно с чем связаны. 950-й не может это не тянуть. Серьезно. Вот. Вот это дропнуло FPS. Так, а давайте-ка я... А, да. Сейчас не очень хорошее время, нужно хотя бы чуть пройти до ближайшего чекпоинта. Да, у Алисы есть одна очень замечательная способность. Она не разбивается даже после падения с большой высоты. Ну, если только игра не сказала, что не. Ну, таки.
такие красивые деревца были. Взяло и все испортилось. Так, какая-то странная девочка. Ой. Эй. Так, первым делом нужно расправляться с этими гнездами. Иначе нам будут досаждать. Так, иди сюда. И ты возвращайся в свой... не знаю что. Они сейчас таким мерзким звуком появляются. Вот. Hollow Eyes. Вот честно, я не знаю, как это перевести. В русском переводе я почему еще не захотела его ставить, вот это вот было переведено как пустотелые ивы. Какие? К черту пустотелые ивы? Переводчик, ты что курил? В общем, смысл в том, что нам нужно собирать зубки для того, чтобы в этом мирке выжить. И да, вот так вот получилось. Я, конечно, конфиги возвратила на место, но... игра так не думает. Не знаю, может, я еще где-то что-то не исправила. Шляпник. Шляпник очень не любит, когда что-то ломается. Поэтому то, что тут творится, либо его рук дело, ну либо... ну, есть немного. Хотя нет, я не читер, я исследователь. Я копалась своими руками в конфигах, посмотреть, что может там быть, может, что можно найти там интересного. Что-то поменяла, что-то получила в результате. Порадовалась. А как назад, не знаю. Ну... я нечаянно, я ж вернула конфиги на место, это игра. Игра меня предала. Зеркальная станция. Ну вот не надо, один раз эту игру я прошла, или даже два раза, я ее прошла честно. Я ж больше ничего такого не меняла. Уи. Все трясется. Происходит что-то нехорошее. Нет. Никто меня не покусает. Да, как видите, страна чудес приобрела какой-то совершенно инфернальный вид. Все разрушается, все портится, все гниет. Ну ладно. Пойдем сюда. Мы очень вовремя. Аптечек, да, многовато. Ну, я думаю, что в будущем это компенсируется каким-то совершенно... бешеным количеством врагов. Что-то обрушается. О, чайники. Кстати, чай... да, я знаю, что она лагает. Видимо, это из-за того, что я в нее вот так вот по-варварски влезла. Ладно, я думаю, что... к следующему стриму я это исправлю. Сейчас как бы уже это править, думаю, не очень хорошо.
какие-то бешеные ребята. Жестокость по отношению к чокнутым маленьким копиям шляпника. И еще одна обучалка. Ну, целься, целься, целься. Вот так вот. Никогда не идите воевать вилкой. Пока вы будете ее вытаскивать из земли, вас порежут. Вот. А еще эти маленькие поганцы, вот, в них бесполезно стрелять. Все. Что-то как-то слишком легко для Харда. Может, там еще кто-то появится? О, привет. Вы чего так далеко прыгаете? Не-а. Я не читер. Я исследователь. А тормозит, видимо, действительно, потому что все почему-то апгрейды не сбросились. Это странно. Ну, я думаю, что не камильфо прямо вот сейчас брать и переустанавливать. Мне чёныш. Я не буду переустанавливать Шиндовс. Вы это слышали? Что это за странные звуки? Что это? Что-то очень интересное. Какие-то ОБЧРы. Какие-то очень странные звуки. Ладно, идем дальше. Здесь просто. Потерялись? А вы уменьшиться не пробовали? Да, а дальше тут начнется веселье. Например, я могу взять и сделать вот так. Потому что вот. Это местная уличная магия. Так. Отстаньте. Нет, вот это вот было не чит. Да хватит вам! Честно, я вот... Ладно, сегодняшний стрим как-нибудь попытаемся перебиться так, а уж к следующему стриму я все исправлю и будем проходить как полагается. Это сейчас почему-то игра не захотела сбрасывать апгрейды. Я еще очень удивилась, когда начала новую игру, перед этим пройдя уже прилично или пройдя полностью. Вот, и у меня опять же также сохранились все апгрейды и сохранилось все оружие. Так что я сначала думала, что эта игра сглючила, Я думала, что сглючила игра. Вот. Потом все-таки оказалось, что нет, и все так и должно быть. Что я думаю, что это следствие того, что нужно было еще удалить из сохранения, а я пожалела. Происходит что-то.
давайте поиграем в Сталина и расстреляем несчастный пятачок. Хотя, конечно, это было немножко неграмотно. Какие марсиане! Уи! Все, приземлились, все хорошо. И что ж ты будешь стримить? Нет, про Сталина против марсиан я не слышала. Это какой-то трэш? Это игра? Это фильм? Что это вообще? Я уже говорила, что можно считать, что я, не знаю, лет 10 была в анабиозе и буквально пару лет назад вышла из анабиоза. Поэтому я об играх... Мои знания об играх очень ограничены. The Hatter's Domain, almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice, it's when. Now hold on, and as they say, shut up. Как грубо. So замечательный способ добраться, пробить стену. И тут новое платье, и я не знаю, когда Алис успела переодеться. Ну и хорошо, что ничего не сломала. Кроме стены. Да. Вроде бы как на этих паровых вентилях можно летать на струе горячего пара. Хотя... В реальности мы бы себе этим паром сожгли ноги. Потому что обжечься паром это еще хуже. История а-ля Мэрилин Монро в фильме «Зуд» 7-го года, где тоже струя воздуха задрала платье. Тут произошло то же самое, но главное, панталоны были постираны. Ну, наверное, действительно хорошо. А! Бешеный гном с вилкой, голодный гном, не знаю. Недолго. Недолго он прожил. И вилки после себя не оставил. Что? Зак, что произошло? От чего столько вопросительных знаков? Так, уменьшимся. О! Я только что... Ну, ладно, не то чтобы только что, я просто перевела субтитры на русский язык.
там нас ждет бутылочка. Во, все. Очень рисково. Очень рисково. Так. А вот и пятачок. Нет, я принципиально против того, чтобы пых-пых-пых. А тут у нас вместо ракушек какие-то жестянки. Из-под чая, наверное. Стоп. Какой полотенчик? Зак, о чем ты? Какой полотенчик? О чем ты вообще? Я чуть-чуть не долетела. Так, а забрала ли я эту бутылочку? Да, забрала. Можем идти дальше. Тут еще. Голодные гномы, которых я не собираюсь с собой кормить. Я вообще против людоедства. Что-то как-то эти ребята очень быстро кончились. Ладно, я думаю, что дальше будет посложнее. Ладно. Посмотрим, что здесь есть. А по-моему, я знаю, кто у нас тайно делает пых-пых-пых. Да, замечательная камера. Здесь должно быть что-то интересное. Чё-то как-то нет. Кто? Зак, а вот попробуй угадать. И да, подсказка. Не я. Так. А тем временем что-то мне подсказывает, что стрим не зашел чуть более чем полностью, потому что что на ГГ, что на Твиче. Что на ГГ, что на Твиче. Осталось всего по двое зрителей, я знаю, кто это. Никому не интересно смотреть на эту игру. Ладно, я думаю, что больше я ее стримить не буду. Эй! На стриме ведь остались только свои, да? Идите сюда, ребят. А, то есть на канале сейчас больше никого нету, да? Ну, печалька. Ну, может, кто-нибудь забредет еще. Хотя Алиска игра не популярная. Все ее уже прошли, кто хотел. Неожиданно. Неожиданно. Ну, значит... Ой.
полицейский, сейчас, насколько я поняла, он просто забежал поздороваться. Но так особо не смотрит. Ну ладно. Попрохожу свое удовольствие. Они даже не успевают оклематься. Ну да. Умолкать я из-за того, что зрителей нет, как видите, не собираюсь. Когда стример сидит и молчит, это еще унылее. В борду. Я не знаю, заработает оно вообще или нет. Поскольку когда пытались... Когда мы с Дэном пытались в кооператив, то игра просто стала крашиться по очереди у нас. Шестеренки. Что-то интересное. О, вот здесь должно начаться что-то интересное. О, король Артур. Сумасшедшие с вилками и ложками. Ай! Ня! Эй! Вот, вот это я понимаю. Начинается жесть. Вот, все. И много-много осколков. Ладно. Я хотела пройти первую часть, я уже говорила, но она не спускается. Ладно. Вот с этого момента начинается уже что-то интересное. У меня ХП не максимальное. Эй, игра, ну ты чего? Эй! Камера ведет себя достаточно своенравно. Я не знаю, я попробую ее запустить на десятке. Там еще было очень интересно все с тем, что то звука не было, а там некоторые головоломки как раз таки заточены на то, что нужно что-то услышать. То еще какая-нибудь гадость была. Вот, то есть мне еще, наверное, может быть, не везло с раздачами. Или я уж не знаю с чем. Чёрт, слизь. Да, еще после этой игры резко начинаешь ненавидеть свиней, хрюкающие звуки, ну и все связанное с этим. Всю прочую свинскую атрибутику. О, а еще в этих фиалках можно лечиться. Что мы сейчас и сделаем. Hotline Miami. Ай, камера сама так выкручивается. Так. Да, кажется, я знаю, откуда это мерзкое хрюканье. Сейчас кто-то получит по пятачку. Камера сама так. Я не виновата. Все, здесь мы собрали все, что могли. Почему-то здесь несчастные додо, из которых должны сделать колбасу, шпик, я не знаю что. Это не очень здорово выглядит. Шестеренка ведет себя как автобус, уходит из-под носа. Я из-за этого отомщу как-нибудь. Серьезно?
ведет себя как истинный общественный транспорт, когда нужно, никогда нет, или уходит из-под носа. О, коробочка. Автобусу, ну, автобусу мстить бессмысленно. Ему имело смысл мстить, когда я училась в школе. И эта зараза заставляла меня и маму стоять по полчаса на остановке зимой в минус 10 и мерзнуть. Здесь что-то должно быть интересное. Давайте мы сюда заглянем. Ничего интересного, кроме разбитых чайников. А ты, мерзавец, здесь откуда? А, они в этих чайниках живут. Ня! Какие они быстрые. Это не гномики, это, я не знаю, голумы с вилками и ложками. Ой. А что у нас здесь? А можно я поподглядываю? Ничего интересного. Вот эти воспоминания. Кирпичи — это такие камни, а стена из кирпичей способна защитить от кого и чего угодно. Даже от варваров. Неправда. Кирпичную стену можно сломать. И варвары бы с этим неплохо справились. Ой, это было больно. Тут ведь тоже что-то интересное, да? Да. Взорвать, если постараться, то можно. Динамит — это всегда хорошо. Мерзкая свинья. Сейчас я тебя расстреляю. Искусство — взрыв. А в некоторых случаях, например, как с этой игрой, это взрыв мозга. Потому что дальше тут начинаются всякие уж очень интересные вещи, о которых я пока не буду говорить. Ибо не может же стример нарушать правила своего канала и спойлерить. А что, стримера тоже может забанить? Я и так спойлерить не буду. Я буду просто ломать коробочки. Что еще? Эй! По-моему, в стране чудес пора сокращать поголовье свиней. Так, Зак, вот, пожалуйста, не надо проверять, можно ли меня забанить. Эй-эй-эй! А может, не стоит так делать? Спасибо. Хотя я думаю, что если бы было, можно было банить за неинтересные стримы, кто-нибудь бы меня забанил. А теперь на Твиче вообще нету никого. Мне грустно и одиноко. Так, что у нас здесь? Коробочки. А давайте их разрушим. Эй! Игра! Так. Возвращаемся назад. А! Что произошло?
все. Я выбралась. Ну да, это тоже другое дело. Да, наверное, все-таки было не очень разумно выбирать Алиску. Генератор случайных чисел оказался очень-очень подлым. О! Начинается прелесть. Злобный чайник. Нет? А хотите, я его ножичком замахаю? Зарежу. Вот возьму и зарежу. На шашлыки порежу. Хотя шашлыки из чайника, наверное, это не очень вкусно. Эй! Ах ты, мерзавец. Чайник продолжает на меня обижаться. Не, сейчас я его с более близкого расстояния шапками закидаю. Во-первых, вот так. Ой, оно перегрелось. Открой глазик. Перцем закапаю. Ну вот, я его тут лечить пытаюсь. Своему чайнику я хотя бы не пытаюсь выколоть глазки. Наверное, потому что у моего чайника нету глазок. Камера. Интересно, почему она все время пытается уйти вверх? Находок. Наверное, там есть что-то интересное. А здесь есть что-нибудь интересное? Нет? Ну, хорошо. И везде чай. Вот прям везде чай. He's obsessed with time. Find him, or your own time may be short. Да-да-да, найти чай этого шляпника как можно... Ой. На то нажала найти шляпника как можно быстрее, иначе мне будет очень нехорошо.
заняться чайком. Да, стоит, определенно. А я вот себе чайку не сделала. Ну и ладно. Хотя, ладно, у меня есть идея. Сейчас вот пройду до ближайшего, я не знаю, чекпоинта или чего бы там ни было. Или, может быть, прямо сейчас. Поставлю игру на паузу и схожу, сделаю себе чайку. Ну, вообще, наверное, не знаю, нехорошо вот так вот посреди стрима уходить и делать себе чай. И, кроме того, высока вероятность того, что от меня потребуется помощь, и я не смогу через... Скажем так, я не скоро вернусь. Такая проблема. Это будет немножко обидно. Да. Много всего интересного. А тут уже начинаются какие-то механизмы. Всякие красивенькие решеточки. Я даже не знаю, это какая-то фабрика. Где можно достать бутылочку. Интересно. Откуда здесь? Хотя ладно, что я спрашиваю? Это же страна чудес. Тут что угодно может возникнуть где угодно. А еще тут можно нарисованных невидимыми чернилами платформах кататься. Да, чаек это всегда хорошо. Мы забрали все, что нужно. Так, а теперь нам нужно быстро. Успели? Нет, Алиса, не нужно махать ножиком. За эти бутылочки, между прочим, дают всякие приятные штуки, типа концепт-артов, локаций, персонажей. Хотя в зависимости от того, какая бутылочка. Там одни бутылочки дают там более подробное описание встречающихся в игре объектов, а другие бутылочки разблокируют концепт-арты. Ой, все, я вспомнила, что это за место. Мы же здесь уже были. Алиса, ты точно хочешь проехать по этой горочке? Ну ладно. Если ехать на сковородке, то можно. Вообще, это страна чудес. Это ж как эта горка из наждачной бумаги. Ой. Какая гадость. Как думаете, это просто остывший холодный чай? Или это чай, на котором уже плесень выросла и плавает? Фу. А по-моему, это плесень. Плесень, она везде растет. Правда, вычищать ее из чайника я терпеть не могу. Она противная. Да-да, чтобы взорвать часовую бомбу. Которая... Сыр с плесенью. Нет, если в чае появилась плесень, то это не чефир, это чай с плесенью, его лучше всего вылить. Иначе можно отправиться в страну чудес. Плесенью же реально можно отравиться. Некоторые ее вид токсичные. Хлебные, например.
Вот почему не стоит, если увидели на буханке пятно плесени, буханку лучше не есть. Продукты жизнедеятельности хлебной плесени, они ядовитые. И, конечно, если видно уже плодовые тела, то это значит, что вся уже буханка, она вся в спорах плесени. А у нас кто-то любит хлеб с плесенью? Да, конечно. Не верю. А хлеб с плесенью мне попадался в свое время регулярно. Причем довольно подло. Вроде говорят... Не, вроде на вид это хороший кусочек хлеба. А потом пробуешь, и выясняется, что с сюрпризом и вкусом плесени. Такая гадость. Ладно. Я, может быть, даже поставлю стрим на паузу. И сделаю себе чайку. Вот, а это, кстати, было первое воспоминание о том, что случилось на самом деле во время этого пожара. Пожар начался в библиотеке. Вроде бы. Ой, ой. Какая гадость. А еще мы можем истерить. Включить музон и отойти. Я так и сделаю, наверное. На моем стриме настолько уныло. Ну. Вот. В общем, во время истерии, во время истерики, Алиса становится неуязвимой. А еще она причиняет гораздо больше урона. Но вот с этим нужно повнимательнее, потому что время действия истерики ограничено. И если вас убьют, то... А вот так это выглядит. Мы еще... Страшно? Какие враги? О чем вы? Здесь только что кто-то был? Все. Ладно, давайте я сейчас поставлю стрим на паузу и отойду за чайком. Вот, а пока включу какую-нибудь музычку. It takes your mind again. Exile. It takes your mind again. You got sucker's luck. Trouble your mind the way you trouble mine.
Так, ладно, я вернулась. А вообще у меня есть такое предложение. Я думаю, что со стримом имеет смысл закругляться. Вот, потому что, ну, он явно, мягко скажем, не вполне удачный. Вот. И тем более, что уже через час начнется стрим уже другого человека, который я хочу посмотреть. Я думаю, что он будет поинтереснее. Да? Ой. О, скрюдрайвер, привет! В общем, получилось так, что я сегодня стримлю Alice Madness Returns, и стрим не очень удачный, и я думаю, завершать его или не завершать. Вот. Но если есть еще хоть кто-нибудь, кроме тех, кого я знаю, то я думаю, что я даже продолжу. Ну так что, продолжать? Но стримить буду до 11. Все, в 11 я завершаю. Завершаю, и все вместе смотрим Полин. Ну, ладно, ты уже давно тут, и, скажем так, все свои практически.
А мне интересно мнение всех остальных, продолжать или нет. Ну хорошо, значит продолжаю. Все, появились зрители, а у меня появилось настроение. Ну хорошо, значит я продолжаю стримить Алиску. До 11. Мы уже прошли до мира шляпника. Находимся не в самом приятном месте. Успели один раз переодеться. Вот. Уничтожить кучу каких-то странных кукол из жидкой резины, я не знаю из чего. Так, нам нужно попасть вот в эту штучку и стрелять в нее до тех пор, пока она не загорится зеленым. И тут... Как же на джойстике сложно прицеливаться. Вот. Интересно, что тут будет. Опять вместо чая... И вместо пола чай с какой-то плесенью. И шляпник. Познакомьтесь, это шляпник. Он немножко бесконечностей. You've lost your hat, and some hearts are missing. Что случилось? Ты без шляпы? Мартовский, сейчас мы к нему пойдем. When did you ever know your place, or how to keep it? Now what's going on? What's going on? Round and up and down into my ears, into my eyes, up my nostrils, down my gullet, and riding in my cap. Papa was exceedingly fond of trains. I don't like them much. You won't like this one at all. Nothing like when Mock Turtle was in charge of the Looking Glass line. This railroad's a bloody shambles. The stink is ferocious, light, blinding, the noise, hellacious. Ah, quite, Tutter. I get the idea. A bad train. The world is upside down, Alice. Inmates run the asylum. No, thanks. And worst of all, I've left. Да, самое страшное — это остаться без чая. Ну, в общем, этот парень потерял все свои конечности, как можно заметить, и нам надо их вернуть. При этом, как... Да, чай — наше все. При этом, как мы узнаем, все стало резко плохо с приездом адского поезда, который явно является либо причиной, либо следствием всей той дряни, которая происходит в стране чудес. Милейший гражданин, а кто? Так. Давайте взрывать. И здесь взорвем. Хотя удивительно, почему, как оно вообще взрывается в воде. А, да. Эта штука должна опуститься. А еще мы опять нашли бутылочку. Да-да-да, это специальные плиты, которые только под давлением. А без шляпы он потому, что у него чай отобрали и шляпу отобрали. А еще руки-ноги оторвали. Кто это сделал, я не знаю, говорить нет. Я не знаю, кто тут прошел игру, а кто нет. Если говорить, кто во всем виноват, то это будет большой-большой жирный спойлер. Так.
Ну, игра нам сама спойлерила. Просто все равно никто не видел, да? Зонтик. Кстати, красивый. Я под такого не отказалась. А еще на него можно кого-нибудь насадить. Да-да-да. Нажмите Е, а на самом деле неправда, если играть на геймпаде. Ой. Такая гадость. А, вот все. Ня. Ну и что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Ня. Ничего ты мне не сделаешь. О, наконец-то. Можно было бы, конечно, его поперчить как следует. Но эта зараза ведь умеет руками закрываться. А как бы резине все равно, чем в нее стреляют. О, я знаю, как я буду называть этих существ. Резиновые зины! Это какие-то очень злые резиновые зины. Не-а. А какой такой полотенчик? Кто-нибудь объяснит мне, что такое полотенчик? Уже умрешь, а? Из четвертого Silent Hill я хотела бы его пройти, скрюдрайвер, но в Стиме нету, и где я его доставать буду? Как бы игра... Это хорошая серия игр, по крайней мере, была. Да, пугающая скорость есть, и она проявится дальше. Торренты. Ну, не знаю, второй Silent Hill я бы даже купила, потому что это действительно очень хорошая игра, за которую не жалко отдать деньги, пусть она и старая. Хватит уже! Если игру негде купить, то это значит, что в нее нельзя поиграть. Да, я знаю. Ну вот первая Алиска у меня, она просто не захотела запускаться, потому что она слишком старая, и ни в виртуалке я не смогла заставить ее заработать, ни уж не более в 10-й винде. Вот. А когда-то, когда у меня еще была восьмерка, было веселье с раздачами. Там, допустим, русифицированная версия, которая мне попалась на Рутрекере, там... Были странные глюки, из-за которых я тупо не могла пройти дальше. Нашла версию с оригинальной озвучкой и с оригинальным текстом. Вот. А там звука почему-то не было, не работало. А там есть головоломки, в которых нужно на слух полагаться. Ну, после этого я как-то расстроилась и решила, что ладно, до лучших времен. Потом с этим поковыряюсь. Прошла игру на YouTube. А что?
двуголовая. Знаешь, скридрайвер, я, пожалуй, даже Silent Hill не постесняюсь спиратить, потому что уж очень хочется в это поиграть. А мы идем в гости к мартовскому зайцу. Да, вот эта вот штука так очень тонко намекает нам на то, что нас будет ждать. Какая-то очень депрессивная музыка. Мы выходим из тумана, достаем ножик из кармана, начинаем всех резать. Идиллия. А нас будут давить. Да. В общем, это настолько гадское место, что и настолько заброшенное, что о нем вообще знают только его обитатели. Какие-то шестеренки. О, привет, пропаганда. Ага, вот. Я вижу. О, все получилось. Эй, я одна не проходила четвертый Silent Hill. Господи, какая несправедливость. Работает рай. Все производство основано на страданиях, разрушении и прочих непотребствах. Так, ага, вот ты где. Расстрелят. Теперь нам нужно перебраться по какой-то шестеренке. Очень милое место. Я даже не знаю производством чего это может быть, потому что тут никакого конвейера, просто куча каких-то металлических прессов. Бессмысленно. Салливан. Я про четвертый Silent Hill только читала, и то уже давно все забыла. Так, а теперь нам нужно побыстрее, пока нас не раздавило. Так, все, да? Мы туда пришли? Успели. Отбивные из алисок. Ну, видимо, алиски захаживают довольно часто, чтобы это окупалось. Может, не обязательно из алисок. Есть еще много обитателей волшебной страны. Там всякие ду-до. О! Замочная скважина. Давайте поподглядываем. Даже более того, залезем в замочную скважину и посмотрим, что там. А там еще одна бутылочка. Несколько жестяночек с зубами. Странный набор. Алисина котлета. А ведь где-то я видела упаковочку с рыбой, а на ней ценник. Неразделанная Марина. Потом мне уже сказали, что есть такая рыбка, которая называется Маринкой. Ну вот, видимо, кто-то не понял. И решил сократить. Нет. Противные слизни. О, тут тоже что-то интересное.
Да, как-то это вспомнилось. Про две мясных собаки гриль. Так, давайте зубы соберем так на всякий случай. Ой. Хорошо уметь превращаться в бабочек. Нам надо успеть добежать. Беги, Форест. Беги! Run for your life! Правда, не понять. Ой-ой-ой-ой. Успели! Да-да, в первом Silent Hill собаки такие были, я их помню. Первый Silent Hill я прошла, но, к сожалению, только до школы. Дальше мои нервы не выдержали. Ой. Билет меня раздавит, да? Я совершенно случайно не заметила огромного металлического кулака, который пытался меня раздавить. В. Внимательность. Так. А что это за кнопка? А давайте ее нажмем. Так, теперь в какую сторону бежать? Видишь? Ага. Мы будем быстры. Быстрее, чем флэш. Скрюдрайвер, ну, я просто множество бабочек. О! Привет! А в глазик? Закапаю глазки перцем. Бесплатно. Ня! Нет, не закрывай, это вредно для меня. Жалко, что этот глазик нельзя пнуть. Ой. Так. А может быть, можно как-нибудь этого избежать? Причем, если ты окажешься на пути этих штук, то будь ты хоть кучей бабочек, тебя раздавит. Да, Зак, это точно. Без регистрации СМС. Там кто-то был? Да? Теперь нет. Да, скрюдрайвер, Silent Hill на первой ПС-ке он был, и спойлер, у меня есть живая первая ПС-ка. Вот. Ну, как-то я далеко не прошла, хотя казалось бы, я могу спокойно смотреть на картинки из учебника по судебной медицине. Так, пока. Но в то же время я очень боюсь всяких там скримеров, еще каких-нибудь гадостей. В первом Silent Hill меня очень пугало радио. Так, а вот тут вот можно схитрить. Да. Можно схитрить. О, да, эту музыку можно слушать бесконечно. Так. А теперь я жду, пока всех раздавит. Не встанешь.
молодец. А еще я была бы очень рада, если бы ты встал куда-нибудь под прессы. Гильермо дель Торо бомбит. О, да, я вот... Да, скридрайвер, я вот тоже... Есть за мной такое, что я очень люблю себя накручивать. И в итоге начинаю ждать какой-нибудь гадости. И страшно, страшно, страшно. А уж когда появляется какой-нибудь скример на весь экран, то тут уже моим ушам просто становится больно. У меня какая-то... странная повышенная чувствительность к громкости звука, и я не переношу слишком громких звуков и резких. Ушам становится больно. Так. И что у нас здесь? Ага. Какое-то интересное место. Первым делом нужно разбить коробочки. В них все самое вкусное. Додо Мизерариум. Интересно, как это можно красиво на русский язык перевести? Унижатель. Унижариум. Не знаю, как-то так. Мизерары. Вроде как у него смысл унижать. Скримеры в чат? Пожалуйста, не надо. Я человек нервный, а еще у меня в руке нож есть. Правда, он не настоящий, но сути дела это не меняет. Успела. Так, ага. 1 апреля. О, да. Да, самое главное изучить и узнать, как жертва может отомстить, если на ней подшутить. Скридрайвер, да у тебя железные нервы или иммунитет выработался? Потому что я уже, там, не знаю, просто начинаю реагировать на громкие, резкие звуки. Так, ой. Так, а мы ведь можем достать там что-то интересненькое. Давайте это сделаем. Давайте поможем Даше достать очередную бутылочку. Ну или воспоминания, я не знаю. Хотя там есть воспоминания в виде бутылочки. И... Ой, нет, я... И вот тут я до него не достану. Что-то я ошиблась. Я же говорила, что мы всего лишь куча бабочек. Ладно, будем прыгать дальше по клеткам. Ой, жалко, что этих несчастных птичек нельзя освободить. Так. Что мы можем? Мы можем запрыгнуть вон туда. Ой, нет, не можем. Ошиблась. Распознавать такие ссылки. Ну, я не знаю, как так делать. Что позволяет определить, что под ссылкой прячется какой-нибудь богомерзкий скример. Я не знаю, с Джастином Бибером. Что может напугать еще сильнее. Так. Давайте смотреть. Ага, я думаю, что мы можем пролезть наверх через эту дырочку.
интересно, из чего эта гадость сделана? То ли это ртуть, то ли это слизь, то ли это какая-то жидкая резина. О! Рычажок. Это означает, что мы сможем достать то, что там светится. Или не достанем. Кстати, не знаю. Да, вот теперь достанем. Типичный обед бедного студента. Скримеры с Джастином Бибером. Серьезно, мне YouTube недавно один такой устроил. Я что-то смотрела, и тут у меня YouTube пошел по рекомендованным. Я не знаю как, но там оказался клипец Джастина Бибера. Серьезно, мои уши истекли кровью, и меня чуть не стошнило. Настолько это было ужасно. С тех пор я считаю, что все материалы с Джастином Бибером — это скример. После 10. Лучше слушать. А вот этого я еще не слышала. Это может нанести мне психологическую травму. Так, куда дальше, куда дальше? Да, точно вот сюда. Камера. Почему камера стремится уткнуться вниз в пол? Не, ну почему? Так, это когда? Колись. В школе. Ладно, я просто, если слышу, то только попытку спеть песенку человека, который возвращается домой. Или же песенку Трололо. Конечно, сама иногда этим грешу, и у меня стабильно не получается. А меня вообще можно очень редко услышать поющей, потому что мне в свое время медведь оба уха топтал. Так. Сейчас будет весело, да? А, нет. Очень даже скучно. Вы это видели? Медведь не только на ухе, но и на горле. Ладно, та же история. Вот это вот норма. Серьезно. Бедное животное. Я же говорила, что это мир психических расстройств. Извращение. Камера. Зараза. Дома не так? Ты хочешь сказать, что у нас дома мир психических расстройств? Скрюдрайвер, ну можно же было это место для ключа или заводного механизма куда-нибудь в другое место поместить? Пернатые друзья. Пернатые. Ой, что это там такое? Кажется, я видела там улей, только не с пчелками.
И меда они не делают. Так, и куда мне дальше? А, я потерялась. Так, хорошо, мы отсюда выбрались. Рой чего? Надо бы сделать скриншот потом. Что-то скрипит. Отсек для мусора. Покемоны пчелы. Слушай, это даже не пчелы, это какая-то вообще редкостная дрянь. Ой. Ой. Я успела. Интересно, можно ли эту штуку расстрелять вот оттуда? Я ни о чем таком не подумала, скридрайвер, не надо. Я еще недостаточно испорченная. Тут же еще, насколько помню, сейчас будет. Ей. А как так-то? Чуть-чуть не долетела. Так, там опять этот мерзкий улей. Не-а. Ну. Какой ужас. Так, теперь нам надо подумать, как мы вообще до тут доберемся. А, добрались. А, слушайте, вот это вот уже неприятно. Да меня тут сейчас это. Так, ладно, какой план? Какой план? Нет, уберись. Это не мухи, это какие-то комары. Так. Ладно. Ладно, значит, мне придется много прибывать. Очень много убегать от этих штук. Да прекрати ты, мерзкая кукла. Ай, серьезно, меня тут сейчас убьют. Ах, да, я даже не могу в истерику войти. Ну, серьезно. Да, это гадость, гадость. Разве? Нет, Suicidal, там получилась ситуация, что... Ну, чёрт! Ну, как так-то? Что, опять? Ладно. Ладно. В общем, я не договорила. Куда это меня отбросило? Что за подлость?
В общем, получилось так, что ни одна игра не победила в голосовании. Вот, и поэтому я выбирала с помощью Random.org игру, которую буду стримить. Вот. Рандом выбрал Алиску, поэтому я ее и стримлю. Стримить буду где-то часов до 11. Вот, а потом сама пойду смотреть еще один стримчик. А так, очень долго зрителей практически не было. Скридрайвер так рано. Ну, ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Завтра я все равно же, скорее всего, тоже вечерком буду стримить. Так, ладно. Это значит только то, что нам нужно просто забрать вон ту светящуюся штуку. Да? Ведь так? Да, так. А, в начале стрима было поровну? Ну... Странно, я... Ну, видимо, кто-то добавил голоса уже после того, как я начала стримить. Ну, ладно, ладно. Зак, ты ничего не пропустил. Меня убили. Комки слизи с фарфоровыми лицами. Сейчас меня тоже будут убивать. Мне придется заново проходить этот участочек. Какая боль. Какая боль. Ой, да ладно, скипятишь ты меня. Только попробуй. Заяц инвалид. Ну, суисайдл. Ну, ладно, ладно. Старкрафт так Старкрафт. Значит, завтра буду его стримить. Ну, в любом случае, один раз в неделю я планировал стримить Старкрафт. И один раз в неделю, для тех, кто его не любит, какой-нибудь не старкрафтерский стрим. Ладно. Сейчас мы по-быстренькому пройдем этот кусочек. И попробуем еще раз одолеть эти противные штуки. Этих чертовых мух, которые очень больно кусают. Хоть и непонятно чем, это же просто болтик. Да, Суисайдл, тебе тоже. А если слишком быстро, то все сломается. Мой маленький ушастый друг. Так, ладно. Теперь мы уже знаем, куда бежать. Гейбой, да, как-то, пожалуйста, поаккуратнее, поаккуратнее. Ой, я чуть не свалилась в пропасть. Не знаю, я думаю, что лучше бы я постримила Ори. Ой, вот это вот было не очень приятно. Вот, все. Одной проблемой меньше. Ай. Ну так нечестно же, все. Все, теперь мне ничего не помешает. Интересно,
почему эта резиновая Зина хрюкает? Серьезно, после игры, если кто-то будет играть, вы возненавидите хрюкающие звуки. Серьезно? Отсюда начинается ад. Ладно, разберемся с мелкими. Потом разберемся с... И все. Ну что ты мне сделаешь? А ничего ты мне не сделаешь. Я еще подлечиться успею. Успела. Поймала. Ну давай уже, попробуй выстрелить чем-нибудь потяжелее. Жадина. Снарядов у меня жалко. Это было красиво. Игра, ну почему ты тормозишь? Ах да. Вообще не знаю, почему это странно. А еще здесь есть мишень. Я не знаю, как это, как эту штуку можно назвать. Какой-то странный переключатель. Тут можно что-то взорвать. Найти что-то хорошее. Конечно же, это будет бутылочка. Я не помню, какие-то бутылочки. По-моему, синие, они разблокируют. Они разблокируют... Я даже не помню, что. По-моему, все-таки арты. А желтые разблокируют описание, или наоборот. Жалко, нет таких... А каких подсказок, Зак? Да-да-да. Если хочешь, чтобы что-то заработало, беспорядочно дергай рычаги. Это поможет. Так, другое дело, что куда мне теперь идти? Вот сюда. Очень быстрые. Абстрактные вещи. Но я думаю, что там как-то само все само по себе многое было очевидно. А тут, ну... Скажем так, по идее, вот эти вот штуки, они должны... Делать подсказки относительно всяких там пасхалочек, всего необязательного. Так, а что это у нас здесь? А, ничего интересного. И еще один рычаг. Хорошо так ругаться на своих подчиненных. Трус. Пальцем тыкают.
Ну, возможно, но вот некоторые головоломки здесь, может быть, стали и посложнее. Но сложные головоломки могут появиться где-то под конец. Ну, а так, тут, конечно, ставка на геймдизайн, который здесь мне даже нравится больше, чем в первой Алиске. Тут как-то все постраннее. Все, мы вернули шляпнику ноги. И я думаю, что, наверное, на этом моменте можно остановиться. Потому что я думаю, что вторую часть... Chaise lounges, mean folding chairs, stools. Да, я не договорила, меня прервал шляпник. Я думаю, что руки за этот стрим мы достать попросту не успеем. А прерывать прохождение бутылочка. Слушайте, ребят, по-моему, игру нужно переустанавливать. Это очень странно. Пожалуй, я даже так и сделаю. Вот, все, мы уничтожили все, что тут можно было найти. И я думаю, что на этом завершим стрим. Давайте только выйдем из плесневелого чая. Я думаю, что я не знаю, когда будет следующее прохождение. Хорошо, если кто-то оставит фидбэк в группе ВКонтакте, вообще стоит ли эту игру проходить дальше или забить и оставить до лучших времен, проходить что-нибудь другое. Вот. Потому что как бы отсутствие фидбэка это печально. Вот. Ну а на сегодня я предлагаю закончить, заняться своими делами, сделать что-нибудь полезное, ну или лечь спать. Хотя, знаешь, такое, кто скажет, что спать зло, и не надо это писать, это очевидно, я и так знаю. Вот. Ну, что ж, всем спокойной ночи и до завтра. А завтра уже встретимся в Старкрафте.